Диана Арбенина с группой «Ночные снайперы» выступила в Барнауле с презентацией своего сольного альбома «Мальчик на шаре». Запланированная за час до концерта встреча с журналистами не состоялась. Певица в последний момент отказалась выйти, сославшись на усталость. На концерте тоже с залом общалась крайне скупо. Мы играем сегодня те песни, которые были записаны не так давно, то есть они новые. И, конечно же, рассчитываю на ваше алтайское гостеприимство. Альбом, записанный группой в Таиланде, высоко оценили критики, а в первые часы после старта продаж «Мальчик на шаре» вышел в топ музыкальных новинок, заняв высшую строчку в рейтинге лучших альбомов. Сейчас этот альбом певица возит по регионам в рамках большого весеннего тура. Увы, в Барнауле ей не удалось собрать зал. В ДК «Моторостроителей» пришло меньше сотни человек. Презрительно